Вас приветствует программа «Без цензуры» и я ее ведущий Дмитрий Соин. Сегодня у нас в студии доктор философии, специалист по древним цивилизациям Ирина Цезарь. Ирина, приветствую вас. Добрый день. И мы сегодня будем со специалистом говорить о вопросах этничности, о таких моментах, которые, ну, могут иметь привязку к политике, к дальнейшей судьбе Российской Федерации. Существует множество версий и подходов к тому, как внешние враждебные силы будут пытаться дестабилизировать нашу страну. И один из самых, как говорится, проверенных вариантов – это транслирование, это взращивание, это усиление межнациональных, межконфессиональных конфликтов и проблем. И вот на чем это может быть основано? Насколько объективны идеи и мысли о том, что народы, заселяющие Российскую Федерацию, они имеют абсолютно различное происхождение, по большому счету нет никаких оснований считать их единым социокультурным и мультиэтничным пространством. Вот этот вопрос задаю я вам, Ирина. Да, вы совершенно правы. Межнациональная рознь и межконфессиональная рознь – это главный план транснациональной разведки англосаксонской, которая называется «Пять глаз», в которую также входит Моссад. Это план от Тавистокского института, который он разрабатывает в деталях. И все вот эти националистические знаки «Н» с буквой «I» были разработаны этим институтом и для прибалтийских националистов, это немецких националистов, националистов Германии, для нацистов Украины. И все они совершенно очевидно были разработаны в дизайнерской студии при Тавистокском институте, потому что это один и тот же знак. И где-то он появился, потому что это не знак, который существовал раньше. То есть он появился ниоткуда. Это не руна, это не знак фашистской Германии, Гитлера, гитлеровской фашистской Германии. Это знак откуда-то появился. Мы спрашиваем, откуда он появился? Совершенно очевидно, он появился именно из Лондона. И по рассекреченным документам «Пяти глаз» также следует, что межнациональная рознь является самой главной. И я вижу такой план. Самый главный в чем? Самой главной задачей по разрушению, развалу России на мелкие части, на мелкие государства. Аналогично тому, как, например, была развалена Югославия, и аналогично тому, как сейчас собираются развалить Турцию, аналогично тому, как развалили Украину, Советский Союз. Причем это таким образом разваливают на маленькие кусочки, на маленькие народы, которые не способны объединиться в какие-то ассоциации, которые были бы способны противостоять вот этому англосаксонскому плану мирового господства, глобального доминирования, причем тотального глобального доминирования. А зачем им это англосаксам? Сидят себе на острове своем. Вы понимаете, высокий уровень жизни, в общем-то, все стремятся купить недвижимость в Лондоне почему-то. Они исходят из ложной концепции, что на Земле просто не хватит ресурсов. Не хватит воды, не хватит плодородной земли, не хватит нефти, не хватит газа. А то почему есть ложные? Ресурсы, действительно не хватит ресурсы на каком-то этапе? По их, с их точки зрения ограничены. И эта концепция неправильная, потому что в России сейчас существуют технологии, квантовые технологии, когда можно иметь неограниченный доступ к ресурсам через процесс трансмутации из квантового вакуума. Уже существует группа ученых в Москве, которые добывают золото из квантовой нелокальности. То есть уже сейчас можно добыть золото слитками. Хорошо, вернемся к этому. Понятно, они считают, что ресурс ограничен. И они хотят регулировать таким образом народное население. Да, они хотят не просто разбить мир на мелкие кусочки, так чтобы им, мир по мелким кусочкам не смог бы им сопротивляться. Они собираются просто заняться тем же геноцидом, которым они занимались в отношении Ирландии, в отношении коренных народов Соединенных Штатов Америки. То есть мир будет вот англосаксонско-израильским, скажем так, вот по их плану. В их понимании. А на этом пути, как естественное препятствие, находится
Россия, по сути, да, как бы... самая богатая, самая технологически передовая страна, потому что все эти технологии квантового скачка находятся в России. Это русские технологии, созданные русскими учеными. Ну, они-то тут находятся, но о них пока никто особо не слышал и не видел. Природоподобные технологии, о которых сказал Владимир Владимирович Путин. Вы понимаете, на Западе они до сих пор засекречены. В России они рассекречены в 2008 году. До 2008 года они были сверхсекретными. После 2008 года они стали частными. Поэтому широкая публика не знает. Но Владимир Владимирович знает, он о них объявил. Природоподобные технологии. И природоподобные технологии — это как раз дистанционное управление биосистемами, климатом, геофизическими процессами и неограниченный доступ к ресурсам из квантового вакуума в любой точке земного шара. То есть не обязательно иметь единое мировое правительство, чтобы регулировать земные ресурсы. Мы в России не нуждаемся в Англии, понятно, в Соединенных Штатах Америки, чтобы нами управлять, это нами, все, нашими это ресурсами. Все понятно, это очевидно. Зачем соглашаться с какими-то, скажем так, элементами внешнего управления, если мы можем сами распоряжаться своей там нефтью, газом, лесом, я не знаю, золотом, серебром, там, бриллиантами и прочее, прочее. Хорошо, и вот стратегия на уничтожение России, она включает в себя такой важнейший элемент, как буквально генерацию, культивированию этно- и религиозных конфликтов. Да, причем существует совершенно определенный план. И нацизм, он является именно частью этого плана. А какой плана, нацизм? План нацизма, арийский нацизм, который сейчас мы видим на Украине, когда молодые люди несут знамена с германскими, так называемыми германскими рунами, несут свастики и проповедуют идеологию чистоты по крови, ориев, светловолосых бестий с голубыми глазами, и для которых вся остальная Россия — это тюрки. Вот это реально такая парадигма, реально предлагается гражданами Израиля, которые под видом арийских националистов, как тот Тигнибок, который с древней старинной еврейской фамилии, и Яценюк, Бакай и так далее, и Вайсман, Порошенко, они предлагают вот такой некий суррогат чистоты арийской крови вот этим западенцам и некоторым даже молодым людям из центра Украины, из юга Украины. Вот им предлагается чистота крови, арийской крови, в противовес тюркской России. И вот именно это является планом. То есть планом не является создать нацистскую Украину и бросить ее против России. Планом является как раз собрать все пассионарные элементы на Украине, выбить их, разобрать их на органы, потом представить казачество как некое тюркское население, которое казачество играет какое? в игре «Козырлы», названное тюркским словом. Украина — это земли казачьих войск, Запорожской Сечи, Великого Донского. Были, часто их там нет. Не просто исторически, культурно, этнографически, этнически, генетически. Это если это не казаки, которые носят форму, являются членами войск, да, они являются казаками по происхождению. Это казаки, это казачьи земли. Что или Левобережный Днепр, что Правобережный Днепр. Это казачьи земли. Ну это понятно, но это часть нашей истории. Мы говорим о современности. Mm-hmm. Да. Мы говорим о современности. И, допустим, потомки тех казаков, я не исключаю, что там были абсолютно все казачьи земли, хотя такой вопрос, да, допустим, Черкасы, да, Запорожская Сечь и прочее, но остальная, то Украина была заселена, ну, там, обычными крестьянами, там, людьми, там, собственно говоря, разных социальных статусов. Ну, вот даже, но они могут и не знать о том, что они когда-то были казаками, им что козырлы, что не козырлы, им все равно, потому что человек на сегодняшний день обеспокоен тем, как прокормить семью, чтобы не было войны, значит, что меня ждет в будущем,
как выучить детей, накормить их, прочее, прочее. Вы не думаете, что, например, ставя вопрос вот в такой плоскости, мы несколько отрываемся от жизни и говорим о том, что, собственно, основную массу людей просто не волнует? Вот, это очень важно, вы очень правильно повернули дискуссию. Вот как раз именно это есть стратегия врага. То есть они хотят представить казаков как сословие или как народность. Потому что казаки являются единственным элементом российского населения, которое способно сопротивляться и самоорганизовываться. И это не касается просто казаков, которые являются членами реестрового казачества или родовых казачьих общин. Это просто потомки казаков, которых пытались полностью под корень уничтожить в России именно как самоорганизующийся, самоуправляющийся социум. И вот пытаются сейчас уничтожить казаков именно таким образом, пытаясь представить их как некое либо сословие, либо как некую народность. Народность, как мы уже понимаем, будет тюркская. Задача-то именно в этом. А сословие, именно делая казаков военным реестровым казачеством, ему отказывают в праве голосовать, то есть полностью исключают с политической жизни страны. Это тоже является стратегией врага. Так вот, казаки – это не сословие и не народность. Мы все казаки, все население России являются казаками, потому что казаки – это скифы, саки, кас-саки. Саки – это племя сокола, отсюда саки, саки, склавены, славяне. Именно отсюда пошли славяне, а не наоборот, вы понимаете. Поэтому мы являемся скифией. От океана до океана, причем от океана до океана, с севера на юг и с запада на восток. И это можно доказать. Ну хорошо, так и слава богу, но являемся, и что, зачем? Мы являемся единым государством. Именно на основании вот этого единого происхождения от предков, вот, которые были скифами, саками, казаками. И вот атаман, да, военный лидер казаков. Поэтому в Египте высшее божество – это Атон-Атум, от слова Ата, Тятя, Тата, а в Индии – Атман. Это не случайно, а все части нашей территории носят окончание «стан», либо города называются станицами. Только у русских казаков, русско-арийских казаков сохранилось это название города как станица. Поэтому все вот эти станы, почему к нам сейчас присоединился Курдистан? Потому что Курдистан – это второе царство амазонок. А первое царство амазонок на древних картах – это донское казачество. То есть амазонки – это донские казачки. То есть первое их царство было на Дону. Хорошо. Второе царство было в Парфии, где сейчас Сакистан, это стан саков, это вот северо-запад Ирана. А в третье царство было в Анатолии, Анталия. Так вот, смотрите, греческая цивилизация была образована саками. Как это можно доказать? Очень просто. Город Афины построен богиней Афиной. Да? Это гиперборейская дева вместе со своим братом Аполлоном. Гиперборейская дева означает, что она с крайнего северного, с крайнего русского севера, то есть с неких областей вокруг русского северного полюса. Также она называется парфянской девой, то есть она пришла в Грецию через Парфию. И поэтому храм этой деви гиперборейской, русской деви, называется Парфенон. И где он стоит у нас в Афинах? Он стоит в Акрополе. То есть греки, которые возникли приблизительно в начале и в середине первого тысячелетия до нашей эры, они извратили вот это происхождение от амазонок и с ними сражались. То есть вся жизнедеятельность греков, она проистекала вокруг сражения с амазонками. Они изображали раненых амазонок и так далее. Мужской эгоизм. Это не мужской эгоизм, если главный храм в главном городе Греции посвящен амазонке, деве воительнице в шлеме и с мечом, ну и да, в кольчуге. Я вот хочу вернуться к нашей все-таки стране.
Просто существует множество исторических гипотез, исторических легенд, мифов и прочее, прочее. Я вот в свое время взгляд на мифы пересмотрел в значительной степени в их пользу, вот более глубоко познакомившись с биографией Шлимана, который откопал Трою. И он, собственно говоря, основываясь на древнегреческих трудах, которые считались мифами, это сделал. Да? То есть никто не верил вообще в существование Трои, считали, что это некий миф. Там, Трои и так далее. Изначально а это если, скифское поселение. А если, допустим, исходить из того, что в этих же мифах Древней Греции описывались там и кентавры, и амазонки, и различные другие, скажем так, на сегодняшний день, вроде как сказочные существа и сущности, то ну, по этой логике они могли существовать. И амазонки там вписываются в такое историческое явление, как матриархат. Да? Вот матриархат существовал до патриархата. Да, и матриархат, и в России, он был, да, действительно... И наибольшее количество элементов древнее, матриархата. Чем патриархат, это факт. И более того... Основной элемент, главный элемент, значит, вот индоевропейских религиозных культов, и чем они кардинально отличаются от, скажем так, культов семитского происхождения, это поклонение женскому началу. Да? В христианстве это нашло выражение и очень выпуклое, причем оно изначально не закладывалось ни Иисусом Христом, не его ближайшими апостолами, а впоследствии развилось уже на европейском поле. Это поклонение матери Иисуса Христа, это поклонение другим женщинам, святым. Вот, допустим, вот даже здесь, в Москве, очень мощной популярностью пользуется там Матрона, да? Святая Матрона, вот к ней идут, поклоняются. Это все вот оттуда, это какой-то компромисс, да, религиозно-идеологический. Но при всем при этом, если мы вернемся к вопросу устойчивости современной России, вот каким образом? Вот меня, например, как вот, по происхождению я донской казак, по материнской и по отцовской линии. По линии отца с Хопра, по линии мамы из-под вешек. У меня есть четкое понимание, кто такие казаки. Я туда ездил, я там жил, собственно говоря, вплоть до 8 класса. Потом меня лично удивляло, когда появлялись там всякие, значит, и московское казачество, и екатеринбургское, и петербургское, и там самарское, и еще бог знает какое казачество. Да? В итоге в казачьих войсках даже на уровне как бы лидеров появились там и там люди разных национальностей. Я не говорю, что это плохо, да? Я как бы считаю, что в этом ничего плохого нет. То, что казачество как символ, как идея приобретает популярность и, собственно говоря, каким-то объединительным началом служит. Но когда я вижу там, допустим, там казаков, которые... собственно говоря, никогда и не жили-то в казачьих местностях-то, да, то это, может быть, из-за этого появился термин «ряженые», то есть, когда все одели форму и ходят в казачьей форме, и вот мы казаки. Но ни казачьего быта, ни казачьей культуры, ни казачьей ментальности, ни казачьего вообще, как бы, духа-то нет, потому что родиться там надо, в конце концов. Ведь не зря была Россия крепостная, и была Россия казачья, то есть, казаки никогда не были крепостными, они никогда, собственно говоря, никому ничего не платили, вот, пользовались автономией. Вы знаете, вот именно вот это вот вторая линия, как разрушить Россию и отделить от русских, да, и от России самый активный, самый самоорганизующийся и самый самоуправляющийся социальный или социально-политический элемент казачества. Так вот, эта линия заключается в том, чтобы сделать казачество, если не народностью, то сословием. И сказать, что да, вот было то некое сословие. Было всегда сословие, да, оно так некое и надо, было сословие военное, да. Именно они защищали Россию, остальные были просто рабы.
Нет, остальные тоже сделано... защищали Россию. Это я было... говорю, вот одну секундочку, это важная деталь. Никто не говорит, что другие ее не защищали. Извините, была, как говорится, армия, были рекруты, их набирали, они воевали, 25 лет служили, все это вполне понятно. Было дворянство, значит, дворянство тоже в своем большинстве не было казачеством, да, это было, то, но при этом дворяне тоже были военным сословием. Нет, это все понятно. Но почему главное, вы хотите сказать, главное, что если вдруг выяснится, что вот казаки... Есть там татары, есть русские, есть чуваши, есть башкиры, там есть чукчи, ивенки там, и прочее, прочее. И что это приведет к развалу страны? Ну вот в США все знают, есть американцы итальянского происхождения, испанского, еврейского, русского, немецкого, английского. Хорошо, и так далее. Перед тем, как мы приступим к разбору, к анализу вот этой ситуации в Америке, Нет, ее лучше не анализировать. Я просто говорю, но живут же они как-то вместе. Очень важная тоже мысль. Давайте закончим с казаками как сословием. Так вот, я не против, чтобы они были национальностью, сословием, а кто они вообще? Сделали сословием именно враги России, потому что Россия со времен Петра Первого была криптоколонией Европы. И но казаки были и при Алексее именно Михайловиче. Петр Первый привел крепостное право. И при Борисе Годунове казаки были. И поработил русский народ. Было, да, постепенное было выделение казачества в сословие, но изначально и на протяжении всей истории России как раз казаки были тотальным, полным населением России. И вот это выборное копное, да, копное право и выбор лидера, да, нации, это как раз не придумали не демократы Греции. Вы как раз в Грецию демократию принесли именно скифы саки, кас саки, я уже слышал, это я понял, казаки. Можно я договорю? Так вот, именно вот это выборное право, оно было на чем основано? На том, что были рода, да, рода русов, скифов, саков, косаков, это были разные рода, они выбирали главу на коне, где каждый род выставлял своего лидера, и вот из лидеров родов выбирался лидер нации. И эти рода могли быть разные. Это могли быть тартарские рода, то есть те же татари. Это могли быть Башкиртостан, то есть казаки, жившие в стане там вот в Башкирии, да. Это могли быть казаки Курдистана, Пакистана, Индостана, Казакстана. И это могли быть казаки, которые ушли по Эде, например, да, казаки, жившие над Азовским морем. Это совершенно однозначно. Вы знаете, на Азовском море всегда жили казаки. Так вот, Эдда пишет, что Швецию основали выходцы именно оттуда. И там была Великая Светия, и потом Малая Светия, она уже была образована в Швеции. То есть эти казаки жили до Ледовитого океана, который назывался Скифским океаном, и Балтийское море называлось Скифским морем. И совершенно очевидно, туда не доходили ни иранцы, ни евреи, семиты, ни индусы. Вот, да. Ну и древнее германское государство было на реке Днестр. Ариманы, да, именно более ариманы того, это не китайцы, на Кавказе, ариманы именно вот на Кавказе греки были, добавили хэ, германцы, получились германцы, а были прочее. Ариманы, французы их называют до сих пор ариманами. И болгары жили на Волге древние, ушли в Болгарию. Да. Понятно, было так называемое великое переселение народов. Я хочу сказать про другое. Почему мы как бы должны опасаться, что само известие о том, что мы имеем разное какое-то этническое происхождение, развалит страну? Потому что что мешает национальностям, населяющим Российскую Федерацию, имея собственную древнюю историю, при этом на основе патриотизма единой, геополитической, исторической и прочие там задачи двигаться вперед, развиваться и решать некие важнейшие там геополитические, внутриполитические вопросы. Нет, мы можем объединяться с разными народами, которые даже исторически с нами не были объединены в некие объединения. Например, мы можем объединиться с вандалами, да, славянским племенем Арадинбе, который живет в Камеруне. Это сейчас они уже похожи очень сильно на негров, но это генетически это вандалы. Мы можем с ними объединиться, создать некую такую Российскую Федерацию с вандалами. Я ничего не имею против этого.
Так и, нет. Или даже мы можем, или мы можем создать некое объединение с той национальностью, с тем народом Африки, который от нас, ну, к нам никакого, вот, видимо, да, не имеет никакого отношения. Давайте, кстати, в России, говоря, к России вернемся, вот, из Африки. Говоря, из Африки. Да, одну секундочку. С ряженными. Давайте, сейчас, дайте мне ответить. Важно, вы же мне сказали про ряженых. Да, я вас хочу вернуть. Дайте мне ответить в Российскую Федерацию ряженых. Из, да. Вот про ряженых можно мне ответить? Конечно. Вот смотрите, ряженые. Вот вы говорите, что если вот будет какой-то человек не русской национальности, вот как мы, как вот, ну, я понимаю. Я этого не говорил. Скажем, националиста, да, великороссом, да, будет, скажем, татарин, будет казаком. Вы понимаете, если мы посмотрим на исторические документы, например, повесть временных лет, поход Олега на Константинополь, именно Константинополь, то есть явно именно этот город образован скифами, потому что все города скифов на поль кончаются. И Акрополь, вот тоже, чтобы закончить ту мою мысль, говорят, что это греческий, на самом деле. Акрополь, это поляне организовали, которые возделывали поля, поэтому Никополь, Тирасполь, Тернополь, Неаполь, кстати говоря, Симферополь, Севастополь, Таврополь, Ставрополь — это все города полян. Также Скифополь в Палестине, Алеополь или Гелиополь, потом греки добавили Г в Египте, и Гераклиополь. Или это Ираклиополь, тоже в Египте. Мы перенасыщаем вот людей так информацией. Вот, это очень важная, это очень важная информация. Так вот, поход Олега на Константинополь, город, древний город скифов. Повесть о временных лет пишет, что пошла великая скифь. И там перечисляются племена, рода скифов. И туда входят и финно-угры, которых мы сейчас считаем финно-уграми, вы понимаете, да? Туда входят и народы Ар-1-Бэ, которые вот сейчас пытаются из них сделать тюрков, великий Туран. Там совершенно очевидные народности гаплогруппы Ай, то есть это литовцы, более древние, это вот как раз балканская гаплогруппа, и там гаплогруппа Ар-1-А. То есть мы видим, что исторически вот эти гаплогруппы шли вместе, все эти рода, поэтому если казак это татарин или башкир, или даже армянин, это совершенно нормально. Потому что армяне — это ариманы, на самом деле. То есть древние армяне — это были германцы, ариманы. Германарих — это остготский царь, это вот, этот, вот тот, те остготы, которые основали готский стиль в Европе, именно придя в Европу из Крыма. И Крым как раз я и был именно поворотной точкой для скифов. Мы как центром. Бы замкнулись немного, да, на казаках, но, угу, на самом деле это... Не стратегия, это важный вопрос, но он, угу, все-таки более такой тактический. Были абсолютно четко очерченные с конкретными границами, с конкретными людьми, с населением территории, которые назывались территориями казачьих войск. И, Потом враги сделали из нее маленькие войска. Были запорожские казаки, да, там донские казаки, потом забайкальские, яйские или уральские впоследствии и прочее, прочее. Были крестьяне, там были территории, населенные просто это русскими крестьянами. Это позже потом. Это вот, было позже или раньше, это позже, не важно. Знаете, вот, когда были говорят, еще какие-то люди, вы понимаете, знаете, но все вместе, да, они создавали, угу, Российскую империю. Каждый на своем. Крестьянин там пахал с лошадкой, там часть... крестьянских детей уходили не, в рекруты, это не, воевали. Это неправильная концепция. Знаете, говорят были сейчас, казаки которые, воевали, а крестьяне пахали. Нет, это неправда. У нас всегда была всеобщая воинская повинность. Никогда ее не было. Если бы, вплоть если до бы реформы 1860 какого-то года. Это поздняя Русь средневековая, да, когда она начала вот, смотрите, уже, вот эта великая скифия, да, начала рассыпаться. Но вот тогда возникли сословия, вот касты. Если мы и говорим поэтому о Российской она рассыпалась. Империи, то а там мы держали были крестьяне. Эту страну. Крестьяне действительно, да, давали рекрутов. Только потому, что все и воевали, вы понимаете? Рекруты воевали, мужчины, а крестьяне, да, пахали, и потому и что иначе казаками, бы все положили, да, зубы на полку. Угу. Иначе, если все воевали, все... значит, мы тогда жили с разбоя или с грабежа. Но казаки пахали, но, или нет? Вот вопрос такой. Казаки не пахали вплоть до Петра I. Почему? Потому что одно из условий после соответствующих войн и прочих, да, казаков, по сути, заставили пахать.
И кто знает, ну, как бы историю казачества, казаки вплоть до Степана Разина, вплоть даже до более поздних времен, по уставу казачьему казак не мог ни пахать, ни сеять, ни работать, потому что это было четкое сословие, которое должно было жить с войны. Если ты начинал пахать и сеять, там такие люди тоже жили, и у них был термин «иногородние». Читайте внимательно «Тихий Дон», вам он много как бы поможет понять из реальной казачьей это жизни. Это средневековые явления. До этого такого дальше, быть просто ну, не что могло. Что было до этого, не важно. И вот, собственно говоря, вот так вот казаки жили. И казаки фигурируют, то они помогли там от Москву от поляков освободить, то они ее пытались наоборот захватывать. Разные были ситуации жизни. Но я хочу вернуть нас опять же с учетом того, что есть определенные как бы временные ограничения по программе. И мы постоянно уходим то в Авидиополь, то в Симферополь, то в Тирасполь, чтобы вы понимали, время Тирасполь не могли поляне основать по одной простой причине, потому что его основал Суворов в гораздо позднее время, по-моему, в 1793 году. Поль — это, ну, исторически это корень всех древнегреческих городов. Нет, я не исключаю, что их взяли у полян. Корень у греческих полис. Да, ну полис, полис и полис, нет, поль. Полис, только полис у них. В чем это угроза греческие... для России? Да. А хотелось бы понимать, вот есть Российская Федерация, есть народы ее населяющие. Насколько важно доказать, что вот все произошли от единого предка, или абсолютно без всякого единого предка эти народы могут жить в единой стране, вместе трудиться, защищать ее и прочее, в силу того, что так исторически сложилось. Вы знаете, вот для великороссов, наверное, это не важно, потому что мы, вот как-то так сложилось исторически, что мы объединяли малые народы. А я думаю, что для малых народов это очень важно. Вот понятие предка для малых народов очень важно. И если малые народы поймут, что их предок, единый предок с нами, то я думаю, что для них объединение с Россией будет гораздо более насущным. Вот если чеченцы, дагестанцы, они осознают, что Дагестан был образован русами, которые пришли с севера и весь покрыт свастиками. И если чеченцы тоже осознают, что они казаки и носят казачью форму, и те же и армяне, и осетины, и все, весь вот этот Кавказ, и если таджики осознают, что они тоже арии, и имеют с нами единого предка, и казахи осознают, что у них не только Ар-1 Б, но еще Ар-1 А, и обе эти гоплогруппы Ар-1 А и Ар-1 Б, это вышли из единого предка Ар-1, да, Ар-1, и эта Ар-1, она не возникла в Сибири, она появилась, как раз сформировалась в северных районах России, спустились они потом на юг, когда ну, произошло похолодание, обледенение. Вот, когда они осознают, то я думаю, что просто объединение России, оно будет более прочным. И мы можем повернуть против наших врагов вот это желание столкнуть Великий Туран, объявив Ар-1Б это Туран, тюрками, столкнуть их с Ар-1А и столкнуться Ар-1А как неких ариев, столкнуть их с тюрками как Ар-1Б. И вот по этому поводу у меня тоже вот, несколько доказательств я привела, специально хорошо, подготовила вот для этой передачи. Буквально на секунду я вклинюсь. Кратко я могу их изложить. По большому счету у нас основная дилемма заключается в следующем. В Туране. Каким образом нам укрепить единство народов России, потому что пока в этом единстве у нас нет оснований сомневаться, потому что ну вот, создали империю, создали потом Советский Союз, создали, удержали Российскую Федерацию, территорию, несмотря на все попытки расчленить Россию, удержали. Значит, есть это единство? Есть. Сделали это не на основе единого предка, а просто на основе того, что живем вместе и понимаем, что надо быть вместе и быть крепче. На этом фоне, насколько необходимо развивать вот эти теории, не вызовут ли они наоборот отторжение, начнется спор, кто-то начнет там говорить, что нет, у нас предок не един, а кто-то будет говорить, что един, и возникнет искусственный конфликт. Я вот о чем говорю. Люди живут себе спокойно, спят спокойно, работают. Вы понимаете, вы сейчас рассуждаете... То есть не спровоцируем ли мы этой дискуссией саму тему? Вы рассуждаете с точки зрения человека, который уехал из Молдавии, Приднестровье, где уже этот конфликт
сделан именно идеологическим противостоянием, именно лжеистолкованием ДНК археологии. Вообще не было этого там. Это ложь. Была абсолютно без всякого ДНК. Вы же говорите, что румыны решили, что да, они римляне, была националистическая пропаганда без ДНК. Вот. Ну вот просто не сказать же, мы господа, а вы рабы. Вы понимаете, вот точно так же... под определенные заявления, скажем, мы другая национальность, поэтому мы должны иметь свое национальное государство, да? Нужно подложить какие-то доказательства. И вот этим доказательством сейчас выходит ДНК-археология или ДНК-генеалогия, как ее еще называют. И по этой ДНК-генеалогии получается, что шумеры, Египет, самарскую культуру в Сурии и вот самарскую культуру на реке Волга, реке Самара образовали именно тюрки. Вся Европа заселена тюрками. Это дает основание заявлять, что русские должны быть маленьким государством на севере Руси, а все остальное это будут тюркские, хазарские каганаты. То есть под идею хазарских тюркских каганатов подводится ДНК-генеалогия. Причем заявляется, вот, например, Анатолий Клёсов, профессор Гарвардского университета, известный ученый, он заявляет, что эти две гаплогруппы, он их называет, я их называю гаплотипами, то есть более мелкой некой сущностью, чем гаплогруппа. Эти гаплогруппы разделились 20 тысяч лет назад. После этого они ни исторически, ни генетически, ни государственно никак не скрещивались, разделились. И теперь это дает просто мощное обоснование для того, чтобы направить Турцию в единение с Азербайджаном, с Туркестаном, с Казахстаном, как некие основы, да, тюркского мира, направить против России. Потому что Англия, пять глаз, они всегда воевали с Россией, руками Турции. Даже один из их генералов говорил, зачем нам воевать с Россией, когда есть турки. И вот какая задача. И они вскармливают вот эту идею Турана, великого Турана. И причем это совершеннейший бред, потому что этрусские называли себя туранцами. На персидском языке Туран это ту-арий, то-арий. То есть это арий. Буквально это санскритское, то есть древнеиранский это санскрит. То есть на санскрите это то арий. Поэтому называть R1B некой сущностью не арийской, то есть это те же арийцы, произошли они с города Тарк, это запад Ирана. Хорошо, в Иране R1B и R1A всегда жили вместе. А кто тогда не арийцы? Не арийцы. Потому что в вашей логике все арийцы. Я тоже понял. А кто тогда не арийцы? Или не арийцев нет? Арийцы изначально, вот если смотреть это в большой исторической перспективе, это люди, световые сущности, пришедшие из Ария, из абсолютного света. Это понятно. У них не было этнических светлых глаз, светлых волос и голубых глаз. И все народы мира ведут к единому предку, который пришел из абсолютного света. Кто не арийца, тот, кто себя не считает арийцем. Потому что те же копты, например, у них русский алфавит. Молятся они свастиком. Откуда они у коптов русский алфавит и молятся они свастиком? Племя Иуды, племя Сета, которые были подлинными иудеями и подлинными ранними христианами. Все ранние иудейские рукописи написаны на палеоврите. Палеоврит идентичен русско-арийским рунам, которые идентичны для германских рун, для англосаксонских рун, для кельтских рун и для русских рун. Хорошо, я задаю еще раз вопрос. А коптские рукописи христианские написаны русским алфавитом, который идентичен русским алфавиту. Вообще этот вопрос, если все и так имеют одно происхождение? Ща, не в другом языке мира. Нет, подождите, одну секунду, я вам задаю вопрос. Потому что это диверсия, мы боремся с диверсиями. Вот ответ. Но все же одни и те же. Диверсия совершенно конкретная. Мы должны противостоять. Заявлению Клёсова, что R1B это не арии, а тюрки. Мы должны заявлять, что это неправда. Европа не заселена тюрками. Что они говорят на тюркских языках, это неправда, а это написано. Я на тюркских сайтах,
Вы понимаете, вот эта Великая Османская империя, столкновение Турции и России зиждется именно на этом, не на экономической выгоде, не на какой другой, не на финансовой, а зиждется на вот этом вот разделении, отделении, вы понимаете, вот этой ветви нашего единого предка Ар-1. Причем Клёсов сам заявляет, что есть такой предок в Сибири, Ар-1. То есть группа должна быть гаплогруппа Ар-1, а Ар-1Б, Ар-1А, это должны быть типы. Вы понимаете, маленькие части в единой гаплогруппе. И в Иране они вместе существуют тысячелетиями. Когда он говорит, что они разделились 20 тысяч назад, это вранье. Он, гарвардский ученый, нагло врет. И нас толкает к войне с Турцией. У нас сколько у нас полегло народу? Мои предки воевали с Турцией. Это кровь, это огромная кровь. И к тому же, что ты говоришь? Он говорит, вся Европа заселена тюрками. И шумеры организовали тюрки, египетскую цивилизацию тюрки, самарскую цивилизацию в Сурии, это 4000 лет до нашей эры, тюрки. А мы не имеем к этому отношения, хотя город Самара находится на нашей территории. А по реальной истории мы спускались с севера, потому что пирамиды на Кольском полуострове, по крайней мере, в два раза древнее, чем пирамиды в Египте. Русский является самой архаичной формой санскрита по экспертизе Дурга Прасада Шастри, это самый известный санскритолог Индии, и вся Россия покрыта реками Арья. Арьян около Ледовитого океана, до Кавказа там есть река Арий и до Камчатки. То есть это вся была единая территория, и вот эта вся культура была свастичной культурой, то есть самарская культура в Сирии. Есть знаменитая тарелка, Самара Плейт называется, в музее Пергамон в Берлине. Там свастика в центре и вот этот меандровый узор вокруг этой тарелки. Гиксосы, которые основали Египет. Я сделала открытие. 2000 лет до нашей эры. Изображение гиксосов в пирамидах. Они белые люди, это видно, что это белые люди, это ничего, то есть они явно белокожие, ведут скот, то есть они приносят цивилизацию, земледелие, скотоводчество, металлургию, коней в Египет, и они одеты в сари, а сари это сарафаны, то есть те же тоги римлян и греков, это наши русские сарафаны. И у них идет тот же меандрический узор, идентичный этой самарской тарелке, Самара Плейт, которые датируются 4000 лет до нашей эры в Сирии. А там есть горы Джебаль-Аль-Руси, русские горы. То есть Сурия, они не говорят Сирия, Сурия. Сурия – это Русия. То есть мы, вот наши казаки, они пришли в Египет, причем они передвигались по рекам. И главная река Иордании называется Иордан. Это Ярдан, приток Ярмук. То есть Ярмук, Ермаки – это были вот те сибирские казаки. А река Ерма есть в Сибири, также есть река Амазар, то есть амазонки вот пришли с этой реки Амазар, а река Алла есть также рядом с рекой Ариан, на Кольском полуострове, и Аллах, и Элохим, пошло от именно Алла, Солнце. Очень важный разговор, и он эмоционален, потому что наша гость, она хочет донести важную историческую информацию, информацию, связанную с тем, насколько важно учитывать корневое происхождение народов и рас, населяющих, в том числе и нашу страну. И тут прозвучало несколько таких, скажем, стратегических мыслей и идей, а они сводятся к следующему, что действительно, если Россию будут раскалывать, то ее попытаются расколоть по этническому и религиозному принципу, потому что на это всегда делали ставку наши враги. И, следовательно, необходимо крепить национальное единство, крепить культурное единство, крепить взаимопонимание на религиозном уровне. И, собственно говоря, это будет самым главным залогом нашей успешности и нашей стабильности. С вами была программа «Без цензуры». Я ее ведущий Дмитрий Соин и наш гость Ирина Цезарь. Спасибо. Спасибо.